поздравил нашу команду с неплохой игрой. Очень обидно, конечно, что 70 какой-то второй минуте вели 2-3-1. Не дотерпели немного. Какие-то ошибки были, значит. Пропустили мы 2 мяча. С хорошей командой сыграли. В принципе, мы неплохо. Наверное, армавирные. Мало кто забивал 3 гола. Нашей команде вот это удалось. Несмотря на все наши проблемы, положение, можно сказать, катастрофическое с нашими финансами. Сейчас, опять же, я повторюсь, я поблагодарю ребят. Мало того, что по игре, то, что, находясь в таком положении, они как бы сплотились, волю в кулак, это взяли, отыграли хороший матч. Что будет дальше, я сейчас не знаю, как будет дальше развиваться события, но такое положение никуда не годится. Как дальше работать, как настраивать людей на тренировочном процессе, на игры, я уже не представляю. Сейчас соберемся, обсудим наши дела и будем решать, как мы будем жить дальше. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддержали, хорошо поддерживали сегодня. Большая заслуга